Эти ритмы успешно проецируются на классических площадках. Так вставной фламенко в исполнении Анны Федоровой становится неотъемлемой частью балета «Дон Кихот», который знают жители России и европейских стран. Я могу сказать, что я очень люблю классику. Моя тетя была балерина, и всегда учусь у артистов и по возможности сама занимаюсь всегда. Yo pienso que el flamenco en sí como arte, ¿qué es? Нас соединяет эта любовь к этому искусству, это форма de, форма выражаться, форма говорить, жить и выражать это с помощью этого искусства. В наш город неоднократно приезжают коллективы, экспортирующие хореографическое наследие. Они, как правило, неравнозначны. Шоу-бизнес размножил одиночников и целые группы. Но не все зрители понимают, где настоящее искусство, а где его видимая зрелость. Во фламенко этого нет. То есть есть, например, фиеста, да? То есть форма, когда каждый человек может выйти и станцевать кусочек танца, да, показать себя и проявить себя в этом. Мэтр танцевального искусства Европы и Латинской Америки имеет долговременный ангажемент в России, представляя большую армию последователей. Только аутентичное искусство и его наследники сегодня закрывают информационную брешь в России, давая возможность отделить зерна от плевел. Качества, которые есть, например, у испанцев, они также есть в любой другой нации. И поэтому это искусство нас объединяет, и мы как бы становимся как уже одной большой семьей. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».